Добрый день, друзья! Добрый день! Совсем скоро, в понедельник, у нас будет коллективное погружение очередное, называется «Балансировка себя». Такое изъезженное название, и сразу рисуется, что будут какие-то психотехники, связанные с классической психологией, возможно, психотерапией, потому что очень часто это употребляется, но вы напрасно так думаете. Все наработки, опять-таки, инфодайвинга. И это будет очень глубокое погружение, будет вестись в два этапа, как обычно. То есть часть работы выполняем мы, часть работы выполняете вы. Обратная связь от вас ожидается, от тех, кто хочет нам написать, и мы просим, чтобы вы нам писали обратную связь, потому что нам интересно, какая психотехническая база в коллективных погружениях наиболее рабочая. Это действительно будет классное погружение, когда мы отладим всю жизнь и будем работать именно силовой составляющей человека, потому что именно разбалансировка элементов работы игрока сознания наблюдателя выдает какие-то моменты, связанные с дисбалансами в жизни, с дисбалансами в программном обеспечении, неразумное поведение, неразумные проявления там и так далее. То, что потом, по сути дела, проявляется в какие-то страдальческие истории, выливается. Вот это все мы будем отлаживать. И отлаживать вместе. Там же будет работать новая психотехническая база, которой мы будем обучать на курсе «Здоровье, психика». Это курс, который у нас стартует во вторник. Да, то есть на следующий день, и там будут элементы из этой психотехнической базы уже в работе. Поэтому, если вам это все интересно, если вам интересен инфодайвинг, если вам интересно саморазвитие, познание себя, познание структур психики, познание, как это все работает, мы вас ждем в понедельник на коллективном погружении и во вторник на курсе «Здоровье, психика». Но об этом курсе мы расскажем чуть-чуть подробнее через день-другой. Да. Вот, но это один из самых глубинных курсов на сегодняшний день, который дает целостный взгляд на психику человека. Целостный. То есть нету больше предположений, мыслей, вслух и так далее. Угу. Есть вещи, которые проверены на практике, выданы результаты, это все систематизировано, накопленный опыт, описано в книгах и сейчас звучит на курсах. Приходите. Ждем.